президент конкретно подошел к решению проблем, те, которые стоят в целом по стране. Конечно, эти же проблемы стоят и перед муниципалитетом города Кузнецк. И в первую очередь мы должны обратить внимание, как в послании президента было сказано, на рождение, воспитание детей. Социальные проблемы – одни из самых важных и интересных для общества. Именно на них и заострил свое внимание Дмитрий Медведев в послании к Совету Федерации. Чиновники города Кузнецка с особым вниманием слушали о возможных реформах в системе здравоохранения и, конечно же, образования. Правда, сейчас некоторые кузнецкие школы уже начинают работать в режиме новых веяний. В учебных учреждениях проводятся недели предпринимательства. Мы договорились, что после этих совещаний мы попробуем создавать группу по интересам и проезжать уже непосредственно на предприятие, к предпринимателям, там, где уже можно видеть и пощупать вот то, что, о чем говорил президент. Вопрос о массовом занятии спорта, поднятый президентом Российской Федерации, привлек внимание Виктории Бохановой. Но самой интересной темой, которая заставила задуматься всех работников местного самоуправления, была структура работы чиновников. Было сказано о прозрачности работы муниципалитетов. Я полностью согласен. И, естественно, мы в этом направлении будем вести работу, чтобы ясность была у кузнечан, чем занимается администрация, в каком направлении идут, какие планы, программы у нас есть. Вместе с госслужащими послание президентов посмотрели миллионы людей. Цели и задачи, поставленные Дмитрием Медведевым, прежде всего должны благотворно отразиться на жизни россиян. А помогать ему в этом будут чиновники каждого региона страны, в том числе и города Кузнецка.